Юные волейболистки из Белого Яра стали победителями большого турнира. Участницы, именно девочки, съехались из разных городов Сибири. Начало профессиональному женскому волейболу в Алтайском районе было положено 14 лет назад. Сегодня местные власти и спонсоры оказывают всестороннюю поддержку и дают детям дорогу в будущее. Репортаж Натальи Гармашовой. Спорт и творчество в этот вечер сплелись воедино. Даже волейболисты выступили с музыкальными номерами, тронули за душу наставников, болельщиков, почетных гостей, в их числе олимпийская чемпионка Елена Вяльби, угольщики разреза Майрыхский, родственники экс-губернатора Хакасии Виктора Зимина. Его памяти посвящен 4-й межрегиональный турнир. Только Виктор Михайлович мог принять такое решение построить этот зал. Спасибо огромное, светлая память этому человеку. Я хочу, чтобы у вас были самые высокие цели. Несмотря ни на что, достигайте эти цели. Ничего не бойтесь, а мы уверены, что вы настоящее наше будущее. Мы с подружкой захотели пойти сюда и достичь таких высот, как достигла Анна Погорельченко. Белый Яр, Абакан, Саяногорск, Красноярск, Зеленогорск, Кемерово. Вот география участников. Им от 8 до 10 лет. Все девочки. И это не случайно. Профессиональный волейбол в Белом Яре, именно женский, начался с команды Надежды Хакасии 2000, которая стала кузницей чемпионов. Теперь всем следующим игрокам наследовать лучшие волейбольные традиции. А тренеры, родители и угольщики разреза Майрыхский, выступившего генеральным партнером соревнований, всегда поддержат талантливых ребят. Вот теперь уже старшие выпускаются в большой спорт. А младшие начинают играть с другими регионами, соревнуются. И это главное в спорте – движение вперед. И особенно приятно, что разрез дает топливо для этого движения и принимает все усилия для того, чтобы развивался данный вид спорта. Вот эта команда подготовила ладошки благодарности, они назвали это счастье детской радуги. И вот здесь они написали: угольный разрез Майрыхский, спасибо за этот праздник. Детский волейбол, настоящие эмоции. Андрей Николаевич, пожалуйста. Мы так старались, мы так это делали с такой любовью. 4 дня юные виртуозы волейбола демонстрировали азартную игру на площадке. С показательными матчами выступили и профессионалы, старшие команды Белоярского «Колоса». И вот финальный состязательный день. Победители, призеры принимают поздравления. Первое место у хозяев поля – Надежд Хакасии, ЦСКА Хакасия 2014. Второе – у Кузбасс Юниор. В лагере, потому что опытом 2 сезона, 2 месяца тренировались. Мы ставили цели выиграть, занять призовое место и научиться чему-то новому. И цели девчонок реализовались. Надежды Хакасии 2015 завоевали почетную бронзовую медаль. Она станет стимулом играть еще лучше, добиваться новых спортивных успехов. Наталья Гармашова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия».